Всем привет! Выехали в лес покататься, да. Остановились. Тут у нас перевалочный пункт, и основан он именно на том, что мой велосипед, он издает какие-то звуки, знаете. Типа ты на педаль давишь на одну, она как-то скрипеть начала. Но у меня велосипед уже очень давно, конечно, его там многое менять надо. Ну как тебе? Вот на этой скорости нормально. А при чем здесь скорость? А при чем здесь скорость и скрип педали? Вот я не знаю, почему это не скрипит. Это не связано с этим. То есть ты поменял скорость, и скрип перестал быть? У тебя, возможно, еще звезда? Раз вопрос. Цепь у тебя может быть тереться. Я же говорю, в цепи что-то. У тебя, потому что количество звезд не соответствует, и, возможно, там оно трется об звезду определенно. Вот тут... В общем, просто трындец. И что, мне теперь скорость не менять, она мне удобна для определенного. Ну, это все. Сколько лет у меня уже? Вообще дофига просто. Вот, и скрипеть что-то начало, видите, в цепи, я догадывалась. Там вообще проблемы со звездами, потому что когда Рома мне ставил, это вообще не родные. Количество звезд вот у тебя эти. Больше, чем скоростей на одну штуку, вот. И за счет этого оно немножко... Они, знаете, сбиваются порой, причем, ну, раньше такого не было, но последние 2 года вот начались активные проблемы. Они сбиваются, причем порой так, что... Тебя на самую низкую скорость кидает, и ты тупо едешь, пытаешься как-то, и это вообще очень неудобно. Но это капец. То они сбрасываются, то вот какой-то скрип, какой-то, знаете, странный шум, там, типа похрустывание сзади. Ну точно, это вот звезда. Ну вот сейчас вот какие-то звуки. Вообще никаких. Я вроде слышала еще какой-то звук. Вот моя бутылка. Тут воду пью. Дело в том, что мне кажется, у тебя сидуха разболталась. Я еду, и она как будто вот... Ну, сидуху я сейчас посмотрю, но вряд ли. Сидуха это никак не связано. Я сама посмотрю, ничего не трогай. Потому что сейчас мне собьешь все. Все, подержи вел просто. Я договорю. Подержи, говорю, бросил. Как раз, когда говоришь подержи, надо бросать. Конечно. Что у меня дальше в планах? Дальше мы планируем в школу заехать. Не только там ничего не чини пока. Нет, не хочу. Мне Ромин вообще неудобен. А то, что он мужской, у него рама высокая, он здоровый. Мне на нем вообще неудобно. Суть, короче, в школу, да, иду. Решили, в общем, родители собраться, расписаться под заявлением по поводу нашей учительницы физики, потому что у нас, получается, весь год физики практически не было. Вот, то она болела, то еще что-то, ну и как бы, а физика это же важный предмет, и поэтому просили так, много раз просили, ходили родители, просто, да, там разговаривали с классным руководителем, но как-то не принимали никакие меры, вот решили заявление писать, чтобы на будущий год уже такой проблемы не было, чтобы сразу поставили другого педагога. Ну, посмотрим, как будет, конечно, по факту, потому что могут и отказать. Ведь там как-то не каждый готов брать, у него сколько-то классов, да, определенных. Поэтому посмотрим, как будет, что в итоге и как решится. Ну, заехать, подписаться тоже надо. Как все родители, естественно, хотят, чтобы физика была в норме. Но сейчас пока... Поедем дальше. Мне, конечно, очень некомфортно на этом веле из-за того, что вот... Короче говоря, я хочу новый себе велосипед, потому что если все здесь менять, как сам же Рома утверждает, то это, блин, стоимость выйдет ну, такую, надо что... систему в идеале Господи, менять, кто это меня конечно. Там кусает? Муравей ужасный. Так. В идеале менять систему, но это, конечно, дорогое довольно. Ну вот. Нормально. И проще, на самом деле, купить хороший вел. Хочу такой же марки, как у Ромы, Кьюб. И как у Димы, кстати, теперь. Вот, вот ты его как-то модернизировал, что даже не видно, что это кьюб. Или как? У тебя столько всяких каких-то наклеек таких. Ничего, вообще ни одной наклейки. А, ну понятно. Он стоковый. Привет! Я испугался. Пока. В общем, хочу кьюб. Тормоза только вкусные не будут. А пока нету средств на кьюб, то буду ездить на нем. Ну, конечно. Я уже задалбываюсь, понимаете? Я люблю получать ну, удовольствие от поездки. И всегда получала, когда он работал исправно, а теперь это удовольствие стало крайне сомнительным. А что делать? Пока так. Как же достали уже эти комары. Короче, погнали, все, надоело. Я подняла сейчас сидуху, потому что мне показалось, что она мне стала как-то... Да, так и есть. Сейчас ее подняла повыше, поудобнее. Вот, едем, наслаждаемся природою, погодою.
Вы знаете, на самом деле очень круто. Ой, дышится так легко. Конечно, как отвратительно в городе. В жару это просто кошмар. Мы сейчас думаем, куда поехать отдыхать. Кстати говоря, метаемся между тем и этим. Рома уже предлагает в Турцию лететь. Ну, посмотрим. Дело в том, что Рома хочет в Турцию в сентябре. А я до сентября тянуть, честно говоря, не хочу. Хотелось бы летом отдохнуть. Что вы думаете на этот счет? Посоветуйте, скажите ваше мнение по поводу вот... Куда лучше съесть отдохнуть? Вот, я не знаю, так мы хотели, размышляли по поводу Абхазии, например. Но с Абхазией есть одни нюансы. Там, короче говоря, в Сухуми был аэропорт. И он и сейчас есть, только он уже заброшен и не действующий. Ой, вы представляете, как обидно. И чтобы туда попасть, ну, даже вот там ближе, а уж про Сухуми вообще молчу, это очень далеко, то надо ехать, ой, лететь, если на самолете, то лететь до сочинского аэропорта. Оттуда еще на автобусе несколько часов. Не очень кайфово, откровенно говоря. Теоретически на автобусе мы же не знаем. Не, ну я же читала. А на чем ты собрался туда? Либо на машине прямо отсюда до туда. Ну, либо на машине, но тогда надо опять же через Блаблакар как-то бронировать. А если, ну, вообще на машине, ну, очень долгая дорога будет. Поэтому, возможно, как в прошлом году, может, Геленджик тоже. Но, может быть, на другой берег. Рома рассматривает, да? В общем, посмотрим. Надо будет прикинуть, все-таки куда лучше. Время-то идет, надо бронировать, надо решать. А мы пока еще так и не решили до конца. Ну, а вы пишите свои размышления на этот счет. Геленджик мне что не понравилось. Там до нормального берега, вот куда мы ходили, там пока дойдешь, уже настроения никакого нету. Ну, так возьми другое возле моря. Обратно. А возле моря где, блин? На основном пляже, где до хрена всяких тюлей? Нет, каких тюлей? Ну, а что ты хотел-то? Ну, значит, другой. Я говорю, другой берег ты хотел попробовать. Может, там с этим проще. Это надо посмотреть, проще. Что там есть. Ну, так посмотрим. Да. Не принимает сейчас такая тишина. А в смысле, сегодня кредитная карта не принимает, да. Именно, да? О, прикиньте, сегодня кредитная карта не принимает. Зашли, короче, в магазин. Так, немножко взять совсем бананчиков. О, бананы ничего так. У нас гранат. Яблочки. Кстати, вот такие яблоки. Ну, мне сейчас яблоки не нравятся. Вот что это за бананы страшные? Ты что, издеваешься, уже что нету. Ли? Ой, в смысле, вот нет. Нормальные достают. Ты выбрал какие-то мяты. Нет, там все шлак. Ну, в принципе, да, они лучшие, конечно. Вот вроде более-менее. Я нашла нормальную. Пожалуйста, взвесь, 4 нормальные. Но это ничего, мы их съедим. Уже, да? Ну, вообще, ты прав, да. Это не очень хорошо. Ну, давай, может, еще посмотрим. В общем, бананов хочу. Ну, вот же нормальные. Ну, вот один только оторвался, ничего страшного, опять же. Ну, вот нормальные бананы. Но они, кстати, хотя они перезревшие. Вот эти? А, в смысле, мне они не понравились. Я вообще. Вот, блин, зеленый, ё-моё. Вот, все, идеал. Помятый хоть. Ну-ка. Хорошие, хорошие. Да, ну пойдем взвешивать-то. Ой, что-то пусто на полках. Непонятно. Так, что нам еще нужно? Будем яблоки брать? Ну, мне кажется, они какие-то водяные. Вот я на вид не знаю, мне понравились. Ну, пожалуй, нет, не буду сейчас. Хватит нам пока бананчиков. Вот, что это такое? Паштет с травами. Я такое еще не видела. Что-то немецкое. Какое-то. Интересненько. 79. Вот, видишь, какие паштеты. А вот с этими, ну, с грибами. Щитаки. Вот. Так. Подожди, ну куда ты идешь? Мы же шли целенаправленно. У нас... А, да, молочко. Сейчас она, кстати, стоит 40 рублей. 50% скидки. 4? Нет, я же говорила, только 2. Нам пока 2? Больше не нужно. Да, пока нам не надо больше. У нас, в принципе, холодильник еще дофигища просто. Ну, упаковки 4 точно есть. Что? 1% кефир теперь стоит 38 рублей, не совсем. А сколько стоил? 33 он стоил. Ну, возьми 3,2, он 33 стоит. Ну, я не хочу 3,2. Прикол. Потому что все берут 1%. А почему? Не знаю. Ну, потому что 1% вкуснее. Все, ладно.
Погнали хлебушка возьмем. И пока хватит. А, или пока хватит, нет? Вот, сегодня еще на прогулку Димона 100 дала. 800, короче, 600 рублей сейчас осталось, так что 4 дня будем выживать на 600 рублей. Но на самом деле, слава богу, на холодильнике полно всякой еды, я, в принципе, все рассчитала. Хотя и Рома говорит, давай этого купим, давай все купим. Я говорю, зачем? Нам сейчас просто реально ничего не нужно, у нас есть все. Так, ну и белый тоже хлеб. И вот, то есть, чисто хлеба нет, ну и молока, и то можно было бы и не брать. Рома так впрок берет, так что норм. Посмотрим сейчас, сколько нам, насколько нам это выйдет. Такой милый песик. Все, пойдем, Ром, ты вот такой любитель покупать, у тебя прям мания. Я люблю, короче, быстро набрать, и чтобы потом 2 месяца ни о чем не думать. Да, конечно. 10 блоков молока. Что, вот что ты врешь? Ты, наоборот, любишь в магазин ходить раз в 2 дня, вот, чтобы что-нибудь только купить. Ага. Фрукты любят, только потом по магазину шляемся постоянно. Чек и сдачу. Вова, сдача у вас? Сейчас чек выйду, подождите. Такая вербена. Всего доброго. Импельная. Здравствуйте. Пакет не нужен? Нет. Ты лук еще взял? Да. Сумма ваша доходка составляет 318 рублей. Так, сейчас я посмотрю. Хорошо. Мелкие деньги. Есть там? Да? Ну, великолепно. Значит, на 318 получилось. Отлично. Я не сейчас? Нет. Сейчас брать. Так, вот сдача, значит. И сейчас 300 рублей. Кошельки. Нормально, слушайте.